Смотрите, как интересно было. То есть, по сути дела, у нас ушло полтора месяца. На что, например, разобрать подробно разницу между новичкам просто слушать, да, между абстрактными классами и интерфейсами. Почему? Потому что все это отбрасывают. Вопросами, 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 по сути дела, ставили цель начать писать масштабируемое приложение, которое будет располагаться, дальше мы продолжим, сейчас Сережей, и в мобильной части логика, то есть, по сути дела, будет использоваться три языка, Python, GC и Kotlin. Все оказалось намного сложнее на самом деле. Если ранее на первых шагах Сергей, допустим, интерфейс не отличал от абстрактного класса, отбрасывал, то сегодня он пришел к тому, что изучил шаблоны проектирования, жить без этого не может. Но я к чему хочу сказать? К тому, что то, чему в интернете отличие там абстрактного класса от интерфейса уделено, всего там одна страница, у нас ушло полтора месяца. Но сегодня я уже вижу вот с стороны Сергея много очень интересных вещей. То есть уже профессионально он создает, где надо интерфейсы, где надо абстрактные классы. Ну, в общем, к чему я это говорил? Почитайте статьи. Теперь возвращаемся э, к сайту, да. Э, я решил, что в принципе надо полностью переделывать школу. Э, будет состоять из двух блоков, вернусь к тому. Первый блок это информационный, то бишь сами курсы. В самих курсах мы полностью, я отказываюсь от самих курсов, Будут просто видеоуроки, да, это MP4 видеоуроки. Ну, с плеером еще надо поработать, дальше я немножко расскажу. Э -э, обычный MP4 плеер. Вот, пока тут выбор качества немного, надо еще сделать, чтобы был видеоряд. Ну, это все в процессе. Просто говорю, что от курсов я отхожу полностью, будет просто э -э, перечень видеоуроков. Теперь, чтобы не цеплялись к дизайну, смысл такой. Вот здесь есть три рубрики, то есть осталось, вот, по сути дела, назвать, ну, понавписывать, ну, последние штрихи сделать. Здесь выбирается основная рубрика, а вот здесь будет выбираться под категории рубрики. Ну, то есть, по сути дела, удобно и, если посмотреть, и для мобильных приложений, удобно и для всего. Да? Также будем заострять внимание на тегах, выборка по тегам определенных сообщений. Ну и там много чего еще заготовил, но все это надо дорабатывать. Дизайн сейчас быстро написал, по сути дела, вручную, какова была моя вообще цель на самом деле. На самом деле цель была сейчас не сделать полностью вот готовый с изюминки сайт, так как на сайт им еще много работы. А, а вложить немножко другое. Сейчас, сейчас поймете меня. По сути дела, я очень хорошо поработал с шаблонами джанга. Что это значит? Я сделал, чтобы я мог редактировать любую часть. Вот эту, вот эту, само сообщение. То есть на данный момент я этого добился. Того, что не было в том сайте школы, допустим, тут все шло единым блоком, поэтому редактирование было очень сложным. Здесь я могу в любой момент просто какой-то блок отредактировать. Вот это и будет включаться уже в работающем сайте. Все эти изменения будут записываться здесь. Теперь, опять же, Пришлось поработать, чтобы получить все, что надо в одном сообщении. То есть, по сути дела, код, видео, но все, что нужно в одном сообщении, чтобы все это было отображалось и можно было Markdown тот же сделать. То есть, вот это вот моя цель была. Теперь по самой системе. Я вам давал почитать сообщение, да, три блока э, с нуля, чтобы у себя включать с нуля. Э, вот этот сайт э, школы pro365.net, он будет снова, с, января, с 1 января 2021 года удален. Здесь а, отличные курсы, и я предложил ребятам скачать эти курсы и пользоваться. По сути дела, это курсы которые понятны были э, людям от э, 5 лет и выше, и э, изучение э, программирования э, с нуля, и э, дальше было продолжение. То есть э, цель курса была следующая, чтобы человек э, вошел в язык, а э, ну, вот благодаря этому курсу начинали писать все, абсолютно все, а э, потом Потом начал понимать книги, документацию и так далее, и так далее. Проходя вот эти уроки, именно этого мы добивались. Но сейчас я решил, что э, просто, видно, я сам созрел к этому, и к этому мы много занимались, ведь школа работает много лет, и я пришел к тому, что нужно... Э, Работать направлении профессиональных разработчиков. При этом профессиональных разработчиков на разных языках. Вы знаете, что в школе мы изучаем уже два языка. Python, Kotlin и дальше GC. Уже по желанию человек его на автомате будет понимать, когда два, на двух пишет. Э, много наговорил, ну ладно. Хочется все сказать. Это такое вот видео. Значит, э, по сути дела, сейчас с нуля э, мы будем работать, то есть э, новички ничего не потеряют в понимании, а наоборот приобретут. Они также смогут э, понимать документацию, понимать э, книги любые. Но от книг мы откажемся, будем работать только с документацией, так как... Нет, я не говорю, что вы не будете читать. Вы э, в процессе новички читайте абсолютно любые книги, которые, как вы считаете, вам помогают. А я же буду упор делать именно на документацию. В чем же будет сила и в чем сила вот то, что дал вот этот многолетний опыт обучения разработки? Секундочку.